you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Итак, как вы знаете, мой аккаунт деактивировали и не хотят его снова активировать. Сразу хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал, кто ставил лайки на видосе, кто поддержал мою жалобу на форуме. Всем большое спасибо тем, кто реально поддерживал. Сегодня я расскажу всю правду, за что меня действительно все-таки деактивировали. Как бы я сам узнал причину недавно, то есть вчера на стриме. Кто был на стриме, в принципе, тот знает, может быть. Ну а кто не был, тот сейчас узнает. Короче, Иванов меня деактивировал из-за того, что я снял какие-то 3 видоса, и они ему не понравились. И из-за этого он меня деактивировал. Никаких махинаций не было. Деактивация была именно из-за видосов. Че, ебанутый, что ли? Из-за видосов была деактивация, это он сам написал. И сказал, что такие, как я, ему на сервере не нужны. Ну, то есть, всех, кого деактивировали в тот день за эту, по этой причине, тоже ему не нужны такие люди на сервере. То есть, игроки ему на сервере не нужны, так я понимаю. И мои все видео есть доказательство того, что меня деактивировали. На самом деле, это сильное заявление. Я не понимаю, чего он хочет добиться. Я хочу добиться, чтобы мой аккаунт активировали и чтобы я мог на нем играть. Но они категорически не хотят этого делать. Я не знаю почему, но категорически не хотят меня активировать. Несмотря на все, на мою жалобу, на сколько людей меня поддержало. И все ли этого, просто они категорически не хотят идти на уступки. И Иванов мне лично не хочет писать, а пишут мне чисто другие люди, какие тоже там связаны с Амазингом хорошо. Давайте перейдем на форум, и я вам все покажу. Кстати, вы набрали под предыдущим роликом больше чем 300 лайков. Большое вам спасибо. Давайте сделаем так же. Рассылайте видео в свободную группу Амазинга, кидайте их админам. И очень вас прошу, кто играет на первом сервере, делайте вот так, пишите в репорт вот так вот вопрос, пишите хэштег разбаньте основу футбуля. Я очень вас прошу, вам за это в принципе ничего не будет, кроме как могут дать мут на 20 минут и все. Очень прошу, кто может, пишите вот так хэштег репорт. Вы мне этим очень поможете. Четко. Итак, вот я на форуме. Если зайти в раздел, вот, жалобы на ГАЗГ, здесь вы можете найти мою жалобу. В принципе, кто не видел мою жалобу, я ссылку на нее оставлю даже в описании под видео. Итак, вот здесь моя жалоба, какую написал вчера в 12 часов дня. Им абсолютно срать то, что эту жалобу посмотрело 1479 человек. Понимаете, столько просмотров нет ни одной жалобы, видите, 211 это максимум. Мою жалобу посмотрело 1479 человек. И написало комментариев 36 человек. Понимаете, и понравилась моя жалоба, то есть, ну, согласны со мной, 58 человек. Баллов 13. Им на это абсолютно срать, сколько людей писало, разбаньте. Сколько людей писало. Всем спасибо, кстати, кто писал, чтобы меня здесь разбанили. Просто вы красавчики. И вот мне пришел отказ. Отказано. Что мне написал Иванов? Слушай, пойди ты нахуй. То, что Кирилл снимал на нашем сервере, не дает ему права нарушать правила. Понимаете, я ничего не нарушил. Он меня деактивировал из-за видосов. Просто из-за видосов. Правил на сервере я никаких не нарушал. Мы наказываем и администратору сервера за нарушение правил сервера. А как это ко мне касается? Я ничего не нарушал. У вас нету никаких доказательств того, что я чего-то нарушил.
Вы меня просто деактивировали из-за 3 видеороликов. И все. Как может YouTube плотно связан с именно самой игрой? В игре, то есть на Мазинге, когда вы играете, нету правил того, что вы не можете там снимать какие-то видосы, какие не нравятся Иванову. Но это не точно. Или точно. Или динах. Такого правила нету. Также нам не нужны хейтеры, коим он является. Да, конечно, я хейтер. Я не хейтер, я хочу справедливости, чтобы справедливость была, чтобы мой аккаунт активировали. Все ваши слова, что он якобы чем-то помог проекту, пустота. Это было как бы дословно сказано, понимаешь? Просто добавлено к тому, что я ничего не нарушал и то, что я снимал вас на проекте. И я люблю ваш проект. Понимаете, блядь? Я столько времени убил, играя на проекте, а вы просто отказ мне. Помог проекту, это не наш ютубер. Это просто игрок, который имеет ютуб канал. Мы с ним никаких не работаем, никаких не договаривались. Да, а что это за конфа ютуберов? Помните, вы делали? Меня даже Шарапа туда добавлял, что вы типа будете помогать ютуберам деньгами и не только деньгами. Там для видео, там машины и так далее. Это не договор. Это не договорность, ты хочешь сказать, Иванов? Это недоговорность? То, что мне, блядь, каждый день пишут пиарщики ваши с 4-го, с 5-го, предлагают у них снимать за что-нибудь, давать мне там привилегии всякие и так далее. Это тоже недоговорности, ты хочешь сказать? А? Что ваши га там пишут мне с серверов других? Это тоже ничего, да, Иванов? Недоговорности, конечно, блядь. Тебе-то похуй. Я точно так же могу сказать и про себя. Я снял 10 тысяч видео по проекту, я охуенный, не смейте меня банить. Я такого не говорил, если что. Буду делать, что хочу. Я не делаю, что хочу. Я не нарушал никаких правил сервера. Ни читерил, ни багаюзил. Что там еще есть, блядь? Не нарушал вообще никаких правил. У меня просто... Вот эта махинация причины, это просто придуманная причина, блядь, в твоей голове. И все. Ты меня заблокировал из-за видеороликов. И твои дружки, помощники тебя тупо спалили в этом. Я дальше покажу все. Подняться и вообще, я не говорю, что я помог проекту подняться. То, что пиарил проект, то, что снимал, мне нравилось там снимать. То, что я снял там больше всех серий и сделал больше всех стримов. Но не полный же бред. Конечно, для тебя это бред. Не ты же, блядь, эти видеоролики снимал. Естественно. Давайте теперь перейдем в ВК. Так, вот это зам главного пиар-менеджера Амазинга. Я ему написал, в принципе, вот, что меня деактивировали. И вот видео скинул. Я он пиздец скинул, он послал. Но он послал его. Нормально, да? Четко. Прости, ничем не могу помочь. Я говорю с Ивановым. Не хочешь поиграть на другом проекте? На другом сервере или уйдешь с проекта? Я уходить не собираюсь, еще. Я предлагаю тебе начать на 2-м, 3-м, 4-м сервере играть. Без видео, разоблачений и так далее. Просто играть и снимать видео. Так, там, к примеру, общение со мной насчет обнов и так далее. Иванову надоело это. Если хочешь, можешь остаться на 1-м сервере. Я буду помогать с 1-го уровня. Я пишу, я буду на 1-м сервере, я так просто не сдамся. Скидываю ему стрим, смотрю твой стрим. Кирилл, не трать на него время, это не разработчик. Или, ну там, вы поймете, за кого я сейчас покажу потом. Или я его не знаю. Мы рассматриваем возвращение твоего аккаунта. В беседе был специально приглашен Иванов. Я пишу, хорошо. Вот. Так. Через 20 минут придет ответ. Через 18. Я пишу, хорошо. Ваш аккаунт не будет разблокирован из-за нарушений правил проекта, каких я, в принципе, не нарушал. Но ваши твинки не будут заблокированы, и вы можете играть на них. Аккаунт удален из системы требований. Мы уже не просим удалять 3 видео. Поняли? Я сначала просил меня удалить 3 видоса. И тогда они типа снова развалят. Я пишу спасибо за внимание, Мазинг и так. Но шанс еще есть, если подписчики помогут тебе. Так что, чуваки, давайте помогайте. Ставьте обязательно лайки, рассылайте видос.
Так, и не из системы требований, а из базы данных. Извиняюсь. Остальные действия будут принимать Иванов. Мы больше не участвуем. Ясно. Но мне нужна именно основа. Твинки мне нахуй не нужны. Извините за мат. Я уже сказал, что аккаунт не будет разактивирован. Я надеюсь на твоих подписчиков. Ответ придет завтра. Надеюсь, он не будет злым. В этом мире не может быть все по-вашему. Нужно принимать решения других людей. Иванов. Да хуй его знает, если честно. Написал. Но Иванов категорически не хочет идти мне навстречу, как я понял, печаль. Если хочешь, сегодня скажу ответ через минут 30. Я пишу, хорошо, но передай им, что главная моя цель — это мой основной аккаунт. Мне нужен только он и больше ничего. Мне кроме моего аккаунта больше ничего не нужно. И я буду за него бороться до последнего. Последний ответ. Вы не будете разактивированы, но при одном условии... Так. Вы не будете разактивированы, но при одном условии, при извинении перед всем проектом и администрацией. Спасибо за видео, за все видео на нашем проекте. Дальше все ответы будут, если Иванов изменит свое решение, свое мнение. В смысле, я ничего не понял. Если вы извинитесь перед всем проектом и Иванову это понравится, то основа будет разактивирована. Я пишу ясно. В свободной группе, это уже не важно. Идем дальше. Вот что мне пишет один из представителей Амазинга. Здравствуйте, я разработчик команды Амазонг. Да. Ролиплей. Нам не нравится, что вы поливаете нам грязью. Ну, типа нас грязью. Удаляйте ваши видео. Их три. Или мы деактируем ваши твинки. Приятной игры на Амазинг Ролиплей. Извиняюсь за ошибки. Даем вам сутки, чтобы вы удалили ваши видео. Приятной игры на Амазинг Ролиплей. Разбаньте снова туда, я удалю три видео, о которых вы говорите. За что? Я пишу. Что за что? Вы деактили просто так мою основу. У вас указана причина приятной игры на Амазинг Ролиплей. Вы разбаньте снова, я сразу удалю три видео, о которых вы сказали. Но тогда удачи вам. Покажите мне доказательства моих махинаций. Если причина настоящая, я хочу увидеть доказательства. Это не ко мне. Аккаунт удалил руководитель. К нему все. Пишу, ну передайте тогда ему. Я у него в ЧС. Пишу, я знаю, вы хотите сказать, что мы выдаем вам неверное наказание? Да. Я так понимаю. Да, все вы правильно поняли. Вы снова забанили просто так. Хорошо, причина указана верно. Вот что ответил Иванов. В принципе, я вам показывал эти скриншоты. Все его видео — это доказательства. Прикольно, да? Так, при чем тут махинация, мне интересно. А хуй его знает, правильно? Я так и думал. Все ясно, все с вами ясно. Пока вы не сбаните мою основу, я ничего удалять не собираюсь. Удачи вам, приятной игры. Мы не просто так баним. Надо говорить, что мы не уважаем летсплейщиков. Вы сами виноваты. В чем я виноват? В том, что я вылаживал по 5-7 видосов в день. То, что я у вас стримил по 10 часов. То, что я донатил на ваш сервер. Интересно, да? Пишу, да, конечно. Сначала сами зовете к себе, обещаете привилегии и так далее. Потом хуяк деактивация, заебись. Снял у вас 625 серий. Стримов сделал и такая благодарность, охуенно. Я не говорю того, что типа, вот я ютубер, блять, разбаньте меня нахуй, я такого не говорю. Я просто хочу справедливости, потому что моих нарушений никаких не было. Вы меня забанили именно из-за видосов. Именно из-за видосов, не за махинаций каких-то, а именно из-за видео. Вы просто пиздите всем, блять. Особенно мне, в глаза прям. Почему вы общаетесь на матах? Где ваша культурность? Мне неприятно с вами общаться, типа такого. А как можно еще общаться, если вы просто так меня диктируете, просто мне в глаза врете? Делаете меня плохим, хотя на самом деле вы плохие. Вы меня диктируете просто так. Мы вам благодарны, не надо нам приписывать ютуберов. Ну это, в принципе, херня, я вам сочувствую, но дальнейшие действия будут принимать руководство. Приятной игры. Я знаю, как бы, так, но почему и так, это не важно.
Пишу так. Сочувствую, но ничем помочь не могу. Все вопросы к руководству. И не просите своих подписчиков писать репорт. То, что делают мои подписчики, это касается только меня. Они мне помогают добиться справедливости. Это вам похуй на меня, а им нет. То есть им похуй на меня, а вам нет, мои любимые подписчики. Справедливость восстановлена, деактивировали по причине ваша вина. Мне кажется, ты пиздишь. Да, круто. Круто, конечно. Если вы будете продолжать хейтить проект, потом не обижайтесь. Ну, угрозы обратно идут, в принципе, да. Я не хейтер, блять. Сколько можно это вам говорить? Я за справедливость просто. Как мне подписчик написал. Ты прям как Давидыч, только оба ничего, ну, не добили справедливости. Ну, грамотно сказано, но сильное сравнение. Кому вы делаете плохо? Нам, вы себе делаете плохо, в первую очередь. Зарегистрируйте новый аккаунт и продолжайте играть в приятные игры. Да, я играл 8 месяцев, донатил на свой аккаунт, прокачивал до 33 уровня, покупал випки, покупал бат номера, стоял на машине, накатал на своей BMW 301 тысячу километров, и вы мне пишете зарегистрировать новый аккаунт и продолжаю играть. Блять, вы долбоебы, серьезно? Так, блять, создай, это вам, вы можете создать, да, да, Иванов может создать новый аккаунт, конечно, блять, он себе может выдать уровень, деньги, блять, все что угодно, а мне качаться с нуля, да? Заебись. А потом обратно вы хуяк через 8 месяцев меня обратно, да, деактивируйте. И потом обратно делай новый аккаунт, ебать, играй дальше, нахуй. Заебись. Пишу, вам легко сказать, мой акк был лицом моего канала, и мои машины тоже. Вам этого никогда не понять. Многие там пишут, уйди с проекта и так далее, много негатива ко мне, понимаете? Но я не хочу уходить, понимаете? Почти вся аудитория, это аудитория Амазинга на моем канале. Я не хочу просто тянуть людей на другой проект. Понимаете, потому что многие, знаете, блять, вот ютубер, вот, допустим, вот ютубер пошел на другой проект, я пойду за ним. Я не хочу, чтобы такой хуйни, чтобы такая хуйня была. Я не хочу, чтобы, как бы, подписчики шли за мной. Я хочу, да, чтобы подписчики мне помогали добиться результата, чтобы мой аккаунт активировали, но я не хочу потом тянуть людей за собой на другой проект. Я хочу до последнего бороться. Потому что моя аудитория, это аудитория вся Амазинга. Я не хочу тянуть других людей на другой проект. Понимаете? Пишу, вам легко сказать. Так, 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 это вы потом не обижайтесь. Пишу, вы хотите, чтобы мы забанили вам твинки? Перестаньте хейтить проект, сами виноваты. Блять, вот в чем я виноват? В чем? В том, что я отстаиваю свои права, в том, что я хочу, чтобы была справедливость, то, чтобы мой аккаунт активировали. Моя вина, ебать, в этом? Нет. Пруфы не представляем, доказательства есть. Но это так всегда, они всегда могут так сказать, блять. Я уверен, у них никаких доказательств и в пруф нету. Просто из-за видоса меня деактивировали. Как всегда, потому что Иванов еще тогда мне угрожал насчет этого. Как всегда. Тогда нам не о чем с вами говорить. Если вам не нравится проект, переходите на другой. Я уже насчет этого сказал только что. Мы самый лучший проект в КРМП. Мне от этого серьезно стало смешно немножко. Вы были реально самым лучшим проектом, какой я любил. До сих пор люблю. Но вы не остались самым лучшим. Это мое мнение лично. Я пишу, были самые лучшие и остаемся ими. Не хочу обсирать другие проекты с таким отношением. Вы нам не нужны. Да, вам никто не нужен, я вижу. Вы деактивировали в тот день, когда и меня 30-50 человек. Это вам столько людей не нужно? Ну, конечно, вы красавчики. С таким отношением вы скоро никому не будете нужны. По себе не судите. Я пишу, ой, блин. К вам половина игроков относится как к собаке, извините за выражение. Ай, ахаха, конечно, а к вам как относится? Вы просто боитесь правды, вот и все. И все, кто не хвалил ваш проект, а говорил свое мнение, правду, вы их убираете, они вам не нужны.
прямое доказательство. Прямое доказательство. Давайте посмотрим это прямое доказательство. Это лидер пидорас. А о, какой меня снял. Ну, это пару дебилов. Пару дебилов. Давайте вот даже я вам покажу немного пример. Давайте сейчас найдем этот пост. Сама вселенная Мазин даже за меня, понимаете? Вот, даже они вот пост выложили. Даже вот они не согласны с этим, что меня деактивировали. Давайте покажу вам тот пост, где... Вот, вот этот пост. Вот этот пост, я его скидывал сам. Да, здесь много придурков, какие там пишут, вот. Илья Казумин, пидорас еще тот. И кто... Ну, вы поймете, в принципе, знаете. Думаю, многие, почему он такой. Так, вот, вот, вот. Вот, человек какой меня реально заступился за меня. Блядь, питбуль топ, сосите хуй. Тут Петя пишет, ты со своим питбулем собака, питбуль твой продажное говно. Тут чувак пишет, нахуй шла кусок дерьма. Он мне один какая просто так дал, охуенный пот. Вот реально есть люди, какие от меня отстаивают. И вот еще люди. Вот, на стриме. Стрим набрал, смотрите, сколько просмотров стрим был и лайков. И смотрите, сколько набрал комментариев и просмотров вот этот видеоролик. 338 лайков. У меня за всю историю канала не было столько лайков на видео, понимаете? Это просто охуенно. Вот эти жалобы здесь тоже есть. И 102 комментария. И вам этого мало, чтобы меня активировать. Серьезно, вы зажрались конкретно. Так, продолжаем. Это доказательство, сейчас я вам покажу доказательство, как к вам относится и где. Вот, вот, я показал, что меня реально поддерживают. Но это подписчики писали, я пишу, ой, гуляй, короче, дядя, какие подписчики, такой и вы. Извините, если оскорбил. Да ну нахуй! Мои подписчики самые лучшие, и не смей на них что-то говорить. Приятной игры на... Анна, блин, даже не мог нормально писать. Оскорблять меня не надо. Адекватнее себя ведите. Я веду себя как считаю нужным по отношению к вам. Неадекваты нам не нужны. Какие отношения вы к нам, такое у нас к вам. Да, конечно, потом удивляйтесь, почему вас деактивировали. Да при чем тут наши с вами отношения к тому, что меня деактивировали? Вы меня деактивировали за наши с вами отношения, получается, да? Ну, я думаю, оно так и получается. Потому что я ничего не нарушал. Одно плохое делал всего вашему проекту. Пишу, к данной ситуации, да. Хм, ясно. Извиняйтесь перед проектом, ждите ответа от руководителя. На это все. Пусть мне сам Иванов напишет, что именно, за что именно я должен извиниться. Мне просто интересно, действительно. Тогда я извинюсь. А так я не буду там... с воздуха брать эти извинения, если это можно так сказать. А вам не за что. Я пишу, ну вы мне скажите, за что мне нужно извиняться, тогда я извинюсь. А так я своей вины никакой не вижу. За то, что вы хейтили проект, говорили, что вам нравится играть, получается вы лицемер. Ага, ну мне как бы действительно нравится играть у вас на проекте. Если бы я был хейтером, я бы сейчас так бы за свой аккаунт не переживал и просто бы забил большой болт. Ждем видеть, извиняем, диалог окончен, приятной игры. Скажите прямо, чего вы хотите, чтобы я ушел с проекта, пишите. Это уже ваше решение, мы вас не трогаем, и вы нас типа не трогаете. Деактивация, значит, есть за что. Ожидайте ответа от руководителя, диалог окончен, просьба больше не писать. Если нужно, вам напишут. Я пишу, без проблем. Вот сегодня он пишет мне. Кстати, буквально полчаса назад. То есть, я надеюсь, вы видели ответ от руководителя. Да, видел. Но такой ответ меня совсем не устроил. В чем же? Во всем. Я ничего не нарушал. Вы деактивировали меня из-за видеороликов. И тупо врете другим игрокам, утверждая, что я делал какие-то махинации, нарушал правила. Родителя есть... Все доказательства просто так не деактивируем. Вы нарушили правила. Создайте новый аккаунт. Надеюсь, вы не будете записывать видеоролик. Этим вы только усложните ситуацию. Я ничего не нарушал. Повторяю. Создать
аккаунт, это вам легко сказать. Я играл у вас 8 месяцев, чтобы теперь создать новый аккаунт. Вы серьезно? Это бред, как по мне. И да, видео, ролики я еще буду снимать. Не сомневайтесь. Так как я хочу добиться справедливости и активации своего аккаунта. Вот как-то так. Ну, думаю, я вам показал прямые доказательства того, что я действительно не виноват. Меня деактивировали из-за видеороликов. Просто из-за видеороликов. Сначала мне говорили, чтобы я их удалил. Потом говорили, чтобы я удалил и извинился. Тут все понятно, что все из-за видеороликов. Никаких у них доказательств моих нарушений нету. Да, они там могут скинуть скрин, как я кому-то передаю деньги и сказать, что я там продавал игру валюту. Конечно, они могут так сделать, но в это, понятное дело, никто не поверит. Особенно я. Поэтому я буду добиваться до последнего правды. Надеюсь, вы меня поддержите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых видеороликов. На этом у меня все, всем пока-пока. I'd be crying all night, cause I was from the city. She was